Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы играем в Кошин Бу симулятор. Так, ну что ж, мы приступаем. Давай, грузись, Имре. Так, ну что ж, шоу. Да, поехать. Не, я сюда не поеду, потому что я как-то катался сюда, там серпантин. А я не хочу кататься. Смотрите, какой-то. Вау, ничего себе. Ничего себе, какой короткий. Мне так заплатит. Окей. Ребят, надеюсь, меня хорошо слышно, что бывает. Пересматриваю свои видео, что-то меня плохо слышно. Надеюсь, меня нормально слышно. Не помню, какая точно серия, третья или вторая. Уже забыла. Так, из какого города нам надо? Берн, Берлин. Окей. Автомат работает. Знаешь. В следующей серии мы уже будем идти тюнинг автобуса проводить. А то как бы надо уже обновлять автобус. Ну как-то 2-3 серии покатаемся на нем. В этом автобусике. Да я ж вроде бы на красный ехал, блин. Ой, какой на красный, на желтый. Че вы там мутите, а? Куда ты на красный проехал, придурок? Так, нам бы надо заправиться, то у нас бензина нету. Да все равно мы так медленно стартуем. Господи, поворачиваю. Так, подвеска нормальная. Опять же, загрузка наша любимая. Господи, я чуть не врезался, блин.
Кстати, ребят, спасибо вам большое за мою поддержку, в первом видео. Я так офигел, блин, вы набрали там, вот сейчас я скажу, 45 просмотров. Я так удивился, это мое первое видео, и так набрало просмотры. Спасибо вам большое за поддержку. Так, обгоняем какой-то автобус. Я даже сказал, это не автобус, а фургон. Господи, вау, как меня понесло. Слышь, бот. Фак. Фак, подрежу. Иду на обгон. Успею или нет? Ну подвигаешься же, братан, ну по-братски. Слава богу, подвинулся. Кстати, ребят, давайте наберем. Давайте наберем за ту, за эту как-то. Давайте наберем до конца недели 10 подписок. Мне будет сильно приятно, если мы сможем набрать. А также мы газуем очень сильно. Хочу сказать. Ну, для этого. Для такой скорости, для наших автобусов. Вообще пустяки. Вот помню, как-то я ехал домой из города. Возвращался домой. И мы валили на автобусе 160 километров в час. Ну тут мы наваливаем так себе жестко. Но когда я ехал домой, я просто приохренел. Так, пробу. Или как-то я не успел название прочитать. А, блин, ненавижу тебя. Давай А, загрузка тупая. Вау, что-то произошло. Да, кстати. Клево. Вау. Ну, как всегда. Тупорылые боты. Да, я успел. Yes. А тут успею, да, успел, тормози. Ну не столб, но ты красава, держался. Берлин нам надо как бы.
Проскочу. Да. На желтый хотя бы проскочи. Ах, я не сексуала, да. Хоть меня с меня $500 не сожрут. Не сожрут. Ну, 130 нормально, чё. Понадавать можно газку. Тут серия длится много. Долго мы едем. Ну давай же ты. Все, теперь тапку в пол. Обгоняем кого? Скорую или? Да, это какая-то МЧС-ка или... Ну, что-то в этом роде. А также мы поднаваливаем. 123. Давай ты сможешь. Давай, 125. Ой, блин, нам придется тормозить. Тормози, идиотина тупая. Ведро с гайками. 50. Кто сказал 50? Да ну нафиг. Я лучше так поеду. Там 130 и камера. Я даже 100-ку не набрал. Прикольно. Сука. Сука. Блин. Братан, ну можешь подвинуться. Ребят, что-то посмотрел, что-то запись оборвалась. Честно, если честно, я не увидел, так что... Как я доезжал, и не увидите, наверное. Давай же, да, зеленка. Сейчас уеду. Так, ну что ж, мы подъезжаем к цели нашей. Газуй же ты, автобус, пожалуйста, побыстрее. Давайте нарушим, мне уже надоело, как бы. И чё? Да, серия очень-очень длинная получилась на моем канале. Ладно, давайте прощаться. Что ж хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи и всем пока.